вкусное, полезное и сытное блюдо из красной чечевицы с куриным фаршем. Чечевица содержит огромное количество полезных веществ, поэтому настоятельно рекомендую включать ее в семейное меню. Это блюдо можно приготовить из зеленой чечевицы. В отличие от красной, она лучше держит форму, но процесс приготовления займет больше времени. Зеленую чечевицу необходимо предварительно замочить на несколько часов, как горох, и готовить немного дольше. По свойствам они одинаково полезны. Ведь зеленая чечевица – это всего лишь недозрелые зерна. Расскажу вам, как приготовить чечевицу с фаршем. Подготовьте необходимые ингредиенты. Чечевицу тщательно промойте несколько раз до чистой воды. На сковороде с высокими бортиками или в сотейнике растопите сливочное масло и обжарьте нарезанный кусочками репчатый лук. Добавьте фарш и обжарьте с луком до готовности, посолите по вкусу. Добавьте томатную пасту и тушите еще пару минут. Выложите чечевицу и залейте водой. Вода должна покрывать чечевицу примерно на 1 см, выше. Посолите по вкусу. После закипания готовьте на медленном огне 15-18 минут. Вода должна покрывать чечевицу примерно на 1 см, выше. Посолите по вкусу. После закипания готовьте на медленном огне 15-18 минут. Вкусное и полезное блюдо готово.